Ветер справа. Разыгрывать медали будут юниоры и взрослые спортсмены. Среди представителей сборной Красноярского края есть и именитые биатлонисты. Чемпион мира Сергей Коростылев, двукратный победитель юниорского первенства мира Александр Дедюхин, победитель международных соревнований Тимур Махамбетов, чемпионы России Маргарита Васильева, Любовь Филимонова, Никита Овчинников и Сергей Подобаев. Завтра спринтерская гонка в рамках Кубка России, послезавтра суперспринт в рамках чемпионата России и 7 числа патрульные гонки в рамках чемпионата России. Особенно интересные гонки, это, конечно же, суперспринт будет и патрульная гонка. Это не олимпийские виды спорта? Это не олимпийские виды спорта, но они в программе чемпионата России, они есть. В этом году в Красноярск приехало значительное количество спортсменов. Связывают это и с хорошими условиями размещения в Краевой академии биатлона, и с протяженностью и сложностью наших лыжных трасс. У нас здесь представлены спортсмены из 18 территорий нашей Российской Федерации, начиная от Мурманской области и заканчивая Камчаткой. То есть все регионы представлены, достаточно широкая география. Правила соревнований одни, что на международных соревнованиях, что на российских стартах. То есть спортсмены стартуют и по лучшему времени определяется победитель в каждой дисциплине. Красноярская сборная по биатлону уже много лет на высоком счету. Растет и достойная смена юниоров. Как среди мужчин, так и женщин. И именно эти спортсмены, по мнению специалистов, и станут основной силой на следующих зимних Олимпийских играх. Приятно отметить, что у нас совпал так чемпионат мира и наш чемпионат России. Потому что я думаю, что ребята, которые будут в вечернее время смотреть гонки и болеть за нашу сборную, на следующий день будут выходить с подъемом, показывать здесь хорошие секунды на трассе и хорошую стрельбу. Так что здесь, я думаю, что это совпадение, оно только пойдет на пользу для такого эмоционального фона нашего чемпионата. Конечно, это будет во благо. Кроме самих соревнований, зрители смогут встретиться и пообщаться и с двукратными олимпийскими чемпионами Ольгой Медведцевой и Евгением Устюговым. Встреча с именитыми спортсменами запланирована на 5 марта. Дина Володина, Всеволод Никитин, новости.